Тыдзень финансовой грамотности детей и молоди распачался у Беларуси. Он протягнется до 24 соковика. Тыдзень финансовой грамотности проводится у Беларуси 10 раз. Основная тема – планирование особистых финансов. Дети повинны докладно разуметь, как расходовать, помножать и заховывать гроши. На протягу тыдня у банках, лизинговых компаниях и инших финансовых организациях под эгидой Национального банка Беларуси пройдут дни открытых дверей, экскурсии, конкурсы, викторины, уроки финансовой письменности. У доступной гульнявой форме школьникам будут рассказывать про складанные инструменты и банковские продукты, каб дети разумели, як их выкарыстоўваць.